Николай Турусов, Республика Мордовия, наш замечательный гармонист. Встречайте! Сейчас совершенно точно я не ошибаюсь. На эту сцену выйдут два замечательных гармониста, два замечательных друга, а также просто хорошие музыканты. Алексей Воронцов и Валерий Ахапкин. Ваши аплодисменты. А прозвучит вальс под Испанию.
Спасибо. Так и хочется пойти в лес, да собрать сладкую ягоду. Вот мы соберем, об этом вам и песню споем. А мы это компании сыграем и споем из города Корабелов, Северодвинск, Архангельской области. Ваши аплодисменты. Зарей поднялся рано, но с ней ничуть не тужишь. Из лукошка жар духмяный сладко голову закружит. И ползешь, не зная лени, то налево, то направо, по опушке на коленях, приминая разнотравье. Земляника, земляника, щедро разгаре лето, то ли солнечные блики, то ли чудо самоцветы. Земляника, земляника, щедро разгаре лето, то ли солнечные блики, то ли чудо самоцветы. Словно ты еще мальчишка, вот вспомнишь свой едва ли. Ягод солнечные вспышки здесь в памяти остались. По губам струится соком, отражи в янтарных бликах. Может, солнце там высоко, это тоже земляника. Земляника, земляника, щедро разгаре лето, то ли солнечные блики, то ли чудо самоцветы. Земляника, земляника, щедро разгаре лето, то ли солнечные блики, то ли чудо самоцветы. Земляника, земляника, щедро разгаре лето, то ли солнечные блики, то ли чудо самоцветы. Земляника, земляника, щедро разгаре лето, то ли солнечные блики, то ли чудо самоцветы. Сладкая ягода лесная — это чудо. Земляника. Ага, Александр Михайлович, возьмите, никому там. Но чувствую такие хорошие, дружные аплодисменты. Я бы хотел пригласить сюда автора этих прекрасных слов. Это ваш земляк, известный режиссер, заслуженный работник культуры Валерий Васильевич Маслов. Я с удовольствием хочу пригласить на эту сцену еще одного прекрасного гармониста, который приехал к нам из города Муром. Я думаю, все уже догадались. Зовут его Алексей, по фамилии Медведев. Встречайте! Всему земному срок назначен, но не вдомек седым векам. Куда течешь ты, кровь казачья, каким неведомым берегам? Куда течешь ты, кровь казачья, каким неведомым берегам? И каждой доле Божья воля, а на врага лихой клинок. Крестногой тане ветер поле, и камень возле трех дорог. Крестногой тане ветер поле, и камень возле трех дорог. На курганах росы плачут, печали гонит чар звон.
Куда летишь ты, песнь казачья, влетая птиц горизонт? Куда летишь ты, песнь казачья, влетая птиц горизонт? Звон колоколь, илька дальний, всем услышим благовест. Грядет в конце дороги дальней отчизны покаянный крест. Грядет в конце дороги дальней отчизны покаянный крест. Да не споткнулся конь горячий над бранным пиром воспаря. Куда летишь, душа казачья, какие горние края? Куда летишь, душа казачья, какие горние края? Но брат за брата тьму осили, метнут хоругви и полки. Христа распятую Россию придут из них казаки. Христа распятую Россию придут из них казаки. Зиму земну срок назначен, но не вдомек седым векам. Куда течешь ты, кровь казачья, каким неведомым брегам? Куда течешь ты, кровь казачья, каким неведомым брегам? Каким неведомым брегам. И вновь на сцене представители самой большой делегации нашего фестиваля конкурса, представители Кировской области, а именно города Кирово-Чепецка, Евгений Крысов и Леонид Загузин. Ваши аплодисменты. Эх, как бы дожить бы!
Ну а я прошу встретить бурными аплодисментами юного участника фестиваля Рустама Халилова из Кировской области, поселка Демьяново. Знай себе, частушки пой. Пару раз в аптеку сходишь, кошелек уже пустой. А подскочили нынче цены, глянешь, можно ошалеть. А разобью очки о стену, что на цены не глядеть. В магазинах появилось 1300 колбаса. У богатых нос поднялся, а у бедных волоса. О! А из Болгарии морковь и яблочки из Польши. А ничего в своих полях уж не сажаем больше. Оха! А на селе скота не стало, не мычат коровушки, а нет свиней и нет овечек, не болят головушки. О! А наберет ли фермер силу, утверждать я не берусь, а нынче столько стоит вилы, сколько раньше Беларусь. Бензин дороже мяса, бак дороже стал быка. Обдирают нас танкисты, вот тебе и ТНК. Платных трасс уже прилично проложили тут и там. За проезжие по обычным пусть заразы платят нам. А неужели россияне все богаче стали жить? Ветеранские-то льготы перестали нам платить. О! Все мы знаем, платным стало здравоохранение. А если нет в кармане денег, помрешь без сомнения. Газпромовский пожит, ой, не получается. У меня мечты живут, а у них сбываются. Я работаю, потею, взять кредит, жилье купить. Но проценты в наших банках стали с долларом дружить. Опа! Взял кредит себе машину, сейчас мало кушаю, зато езжу на машине и частушки слушаю. Оп!
ха-ха-ха, да ха-ха-ха, пошел платить за ЖКХ. Каждый месяц все дороже, аж ползет мороз по коже. Оп! А люди деньги собирают на ремонт своих домов, а ремонт нам обещают через 70 годов. Оплатил я свет и газ, оплатил я воду, 2 километра живу от газопроводу. Опа, а опа, газ ведем в Европу, немцам да полякам, а нам дулю с маком. Признаюсь вам, не тая, что в тебя влюбленный я, ты ж кормилица моя, книжка пенсионная. Лет имею стажа, а соседка только 5. Ну а пенсию сравняли, это как же понимать? Пенсионный возраст скоро подрастет, и черт бы с ним, не расстанусь с комсомолом, вечно буду молодым. Говорят, в России кризис, а нам кризис нипочем. Мы с картошкой да с гармошкой все всегда переживем. Пусть гармошки играют, пусть гармошки поют, пусть проекты за Волокина столетия живут. Опа! Я частушки петь кончаю, от души вам всем желаю, чтобы в вашей жизни личной было все у вас отлично. Чтобы в вашей жизни личной было все у вас отлично. Витя, поиграй, поиграй, поиграй еще. Давай, давай. А я приехал на заправку, глянул цены. Ой-ой-ой! Можешь дешевле заправляться на маслиной мочой. Ну что, а я приглашаю на эту сцену народный фольклорный ансамбль «Алексеевская веселуха», село Кичма, Кировская область, руководитель Николай Михеев. Thank you.
минские девчонки голосистые. Опа! Владимир Егошин. Эх, друзья мои, подружки, дорогие зрители, я давно не пел частушки, послушать не хотите ли? Гармошка, гармуза, задушевная слеза, ну-ка шаркнем по душе, я давно готов уже. Раньше было запою, не поддавался соловью, а теперь я не пою, тоска сдавила грудь мою. Разверну гармонь тальяну, головой слегка качну. Если вы готовы слушать, разрешите, я начну. И частушки я скажу, надо много куражу. Если нет куражу, так я вообще не выхожу. А в мире обстановка нынче ненормальная. Политические частушки, значит, актуальные. Когда Трампа утвердили, депутаты водку пили, дружно хлопали в ладоши, будет жизнь у нас хорошая. Не тупой был, не дурак, пришел к власти донечка и говнит тихонечко. Был Обама барачок, не совсем был дурачок, поглядишь на Трампушку, он больной на всю башку. Раскудрит твою кудрит, что Америка творит. По планете сеет зло, всех разводит на бабло. Сейчас во всем Россия, Штаты назначают виноваты. Кто-то баб хватал за зад, Путин, Вова виноват. Слух в Америке идет, Меланья Трампу не дает. Тьфу ты, Господи, прости, ручку рядышком иди. Президента Трампу доню, их Конгресс конкретно донял. Поднимают на ха-ха и разводят, как лоха. А премьер Тереза Мэй, мозгу вовсе нет у ней, говорит, рука Кремля отравила Скрипаля. Вот чего скажите для отравлять нам Скрипаля, взяли сами отравили, говорят, рука Кремля. Да Тереза Мэй, наша друг заклятая, с головой-то у ней, да еще горбатая. Иностранных дел министр Борис Джонсон, гармонист, оптимист. Че-то он башку не чешет, как запойный тракторист.
Путин, ну Макрон сам сказал об этом он. Чё-то мне не верится, каким местом мерился. Интересно очень нас, Иран, Сирия, Донбасс. Не пойму я одного, а мы волнуем хоть кого. Путин ездил на Калине и сказал, машина класс. Прикрывать Крымос приехал, пересел он на КамАЗ. Тут недавно увидал, президент в хоккей играл. На коньках стоит он, плохо больше всех назабивал. Президент в хоккей играл, больше всех назабивал. Шайба как сошла с ума, в ворота катится сама. А у нас законы пишут, знать с похмелья алкаши. То всем буквы было надо, то не надо букву ши. Дошли слухи до меня, что мы с Путиным родня. Чтобы знать наверняка, надо тост на ДНК. А я частушки все бы пел, да уж и вижу, надоел. Но коль попросят и горячо, может быть, спою еще. Похлопали, спасибо, вот уважили меня. Продолжаю пить частушки, еще хватит на два дня. Как у нас с такой зарплатой, жить бы ехать на экватор. Бусики да трусики, живешь, не дуешь в усики. Хошь есть, сорвал банан под кусты, как на диван. Отдыхай себе, лежи, хошь с мартышками дружи. А у нас сойдешь с ума, 9 месяцев зима. Где-то жить и что-то жрать, правда, впору помирать. Вот у нас подняли мрот, заживет теперь народ. Ну а цены так поднялись, что кусок не лезет в рот. Медицина сейчас шагнула, это правда без прикрас. Ну шагнуть она шагнула только в сторону от нас. Поликлиники у нас вежливыми стали. Приходил тут на прием, вежливо послали. Олигархи наши воры, деньги вывели в офшоры. Я и суммой удивлен, целых долларов триллион. А Чубайс источник бед, никого вреднее нет. Не пойму я одного, а не посадят, чё его? А на Чубайса погляжу, слеза кровоточится. Откровенно вам скажу, так в рожу плюнуть хочется. День и ночь с телеэкрана людям кажут ерунду. Про развод Джигарханяна да придурка Джигурду. Не видал длинней романа, чем развод Джигарханяна. Так скажу, не буду врать, а ведь людям-то насрать. Thank you.
Марина да Алина обобрали армянина. Сейчас проблемы у звезды, и ведь все из-за... молодой. Хочет Настя Волочкова, как и прежде, быть звездой. Но не надо популярность зарабатывать, чем попало. Есть певец, поет он плохо. Говорю об этом слух. Молодой Шаляпин Прохор поднялся за счет старух. Пушки пить кончаю и гармон через плечо. Ну, коль попросят горячо, я тогда спою еще. Я могу свои частушки до утра тут напевать, и вы об этом не просите, кабы тут не ночевать. Будь то графы Монте-Кристо, живут наши футболисты, денег некуда девать, и толку нет в футбол играть. Надо наших футболистов поменять на трактористов, те и эти на полях, только разница в рублях. А если б нашим трактористам платить так, как футболистам, то у нас в любом селе будет дюжина Пеле. Лучший бизнес нынче суд, деньги сами принесут. Денег дали и одью, не посадишь же судью. Беспределу, как в суде, не видал еще нигде. Нет, скажу вам, люди, я веры в правосудие. А я частушки все выпел, да надоел, гляжу давно. Хоть просите, не просите, петь не буду все равно. А у меня такой конфуз, растет пузо, как арбуз. Растет пузо, не беда, хвостик сохнет, господа. Казака я полюбила, оказался он калмык. И как с вечера залезет, так всю ночь тык-дык-тык-дык. Я частушки вам пропел, чуть-чуть нюхальные. Не подумайте плохого, самые мы нормальные. Владимир Егошин. Володя, поклон. Дорогие мои, в Иваново у меня уже свой фан-клуб. И вообще, знаете, я написал тут штук 100. Все, спеть не могу. Я не пел уже, не играл 10 лет. 4 года точно не играл. Думал, кукушка съехала. В видео вышел, вас увидел. Все поперло. Остальное допою потом, поверьте. Там есть чего сказать. На каждое событие, на каждого человека все написано. Спасибо. С удовольствием хочу пригласить на эту сцену звонкоголосую девчоночку из города Ярославля, Диану Ашаеву. Ваши аплодисменты, друзья! Когда-то россияне Ваню Шетани мани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль, я всего лет ты со
сапожки, под русские гармошки, под берестые ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, гитарами забитая, но вся же неповторная, жива кадриль задорная. Три-дари-дари-там. На дедов мы похожи, веселье любим тоже, кадриль забыть не можем, улыбка мне и стать. Закончена работа, опять пришла суббота, и нас с тобой охота кадриль потанцевать. Кадриль моя сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Три-дари-дари-там. Ну, а продолжает нашу программу народный самодеятельный ансамбль «Русская песня», город Орлов, Кировская область, руководитель Ольга Мамаева. Алёша, вы Алёшенька? А полюбите меня, Алёша!
какой ты мне? Она варила беляшей, не даешь ты мне? А хорошо, Алеша, пляшешь, ядрено ты дробанула. А где ты взял такие ноги, не улазили синула? Ох, милка моя, да подманилка моя. А кабы рожки, кабы ножки, вот телушка бы была. Ой, ночь темна, боюсь одна. Дайте провожать здоровья женатого. Ой, спасибо гармонисту, хорошо нам играл. А еще за то спасибо, что игру не прервала. А на сцену выходит ансамбль русской песни «Россияночки» из города Одинцово Московской области. Руководитель, заслуженный работник культуры Московской области Сергей Ежукин. Так. У вас копылка будет? Загорелась калина во поле. Заболела, о, молодца, сеть.
А вот у этого коллектива есть молодая поросль. Ансамбль народной песни, детский ансамбль, который называется «Росинка». Поаплодируем. Ну и что, сейчас будет прозвучить игровая песня «Курочка». Ансамбль «Россиянки», «Росиночка» Одинцова. Сереж, вы чувствуете, какие аплодисменты? Молодцы, молодцы, молодцы. Но в таком же духе и продолжайте. Сами себе сейчас будете аплодировать. А давайте-ка мы вместе, каждый своим говорком, вот вместе с нами любимую песню споем. Старый клен, старый клен стучит в стекло, приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты идешь по переулку. Отчего, отчего, отчего так хорошо? От того, что ты идешь по переулку. Снегопад, снегопад, снегопад давно прошел,
Словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего, отчего, отчего мне так светло? От того, что ты мне просто улыбнулась. От того, что ты мне просто улыбнулась. Посмотри, посмотри, посмотри на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего гармонь поет? Поет зал. Ой, хорошо-то как, а? Отчего, отчего, отчего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Спасибо. Было прекрасное совместное исполнение. Где гармонисты, нет места печали. Пусть разыграется кровь. Песнях своих сохраним для России. Мы веру, надежду, любовь. Ой! Тронем палада, да дружно грянем по басам, и чтоб по всем краям стало жарко небесам. А ну давай раздульнуй по северу бабулиному. А ну давай, давай свой симфонию народную. А ну давай, а ну давай, давай, давай. А ну давай, давай свой симфонию народную. А ну давай, давай свою симфонию народную. Дорогие наши друзья, вы действительно наши друзья, наши родные. Вам большое спасибо за такой теплый, хороший прием. Просто не хочется разъезжаться, но пути, дороги ждут. Хорошо, и вам не меньше. Поэтому еще раз примите наши наилучшие пожелания здоровья, счастья, мира. Будьте здоровы, и чтобы пусть свет был всегда в вашем доме. До свидания!